Алло! Ну що ви там? Не приїдете? Як перехватили? Чуєте, ви там таксіст вообще, чи путана, а? Що? Що, знов кинув слухавку? Капець. Сходили на Пономарьова. Ага. Я ж тобі казала, заздалегідь треба викликати таксі. Вася, ну не надо, не надо, не надо. Чому не на Тарасі, чого? Ну, в самом деле. Это таксисты эти. Они, я говорю, они реально офигевшие. То приедут позже, то раньше, то вообще не знаю когда. Зато они суперэксперты в политике. Ну, да. Все, все, давай. Какая разница уже, кто виноват, кто прав. Но все равно на концерт опоздаешь. Шалко. А я тебе говорил, Мариш. Вот я тебе говорил, давай купим свою точилу. О, поддерживаю. Что ты поддерживаешь? Наших грошей тільки на пів машини вистачить. О, така ж фігня. Угу. Підождіть. Що? Таксі дзвонить. Алло? Поняв. Наш приїде. Ага, поняв. Поняв. Ну що, шо, приїде? Да, приїде. О, я ж говорив, все, отлично. Да. А у тебе? О, тільки завтра з друзями. Сказав, що за путану отвічу. В этом смысле. Коли ти приходиш з роботи додому, до рідних людей, де тобі все знайомо. Друзі, сусіди, як велика сім'я. Це твій маленький світ, це домівка твоя. Коли ми вдома, всі нарешті зібрались, нові пригоди у нас розпочались. Перед телевізором зібралася сім'я. Коли ми вдома, нова історія. Луї Вітон? Угу. Настоящий? Да, и это только начало. Ты знаешь, сколько из этого бизнеса можно вот таких сумочек купить? Две. Сколько захочешь. То есть, получается, нужно просто купить какие-то акции и ждать? Ну да, так и работает бизнес. Ну, просто нужно знать, какие акции покупать. Так, теперь тост. Если есть в мире бриллиант, то он должен иметь оправу. Так вот, чтобы у нас с тобой были и бриллианты, и оправы. Да. За богатых, свободных и независимых женщин, которые никогда не работают на дядю. Паш! Паша! Что случилось? Ты слышал, какой крутой тост был про дядю? Про дядь Гришу? Да при чем здесь дядь Гриша? Паш, не отвлекайся. Работай. Угу. На дядю. А как ваша фирма называется? Ой. Fashion Beauty Corporation. Что, прямо корпорейшн? Да! Мы косметикой занимаемся. Ну, я же поэтому к тебе пришла. Ты же в ней спец. А нам как раз нужны такие профессионалы. О, Мариш, слушай, у нас же на работе, ну, этот, на штрафплощадке уже полгода машина чалится. И что? Ну, давай, может, мы пока ей попользуемся, а? Угу. А потом я тебе в тюрьму передатчики буду на этой машине возить. Понял, меняем руку. О, молодежь! О. А что это вы так рано повернулись, что? Концерт скасували? Ага, скасував. Таксіст скасував. Не приїхав. О, а я ж вам казала, що треба, як нормальні люди, на маршрутці. Молодішки. Таке, на таксі захотілося. Сина, а ну йди сюди, допоможи мені лампочку викрутити. Хорошо. Андрюха, поможеш? М? А, да, давай. Я допоможу. Ма, так чуєте, давайте нову я зразу вкручу її. Не треба, не треба. Чого? Нехай цей вусатий пеньку вкручує. Зараз його черга. А що, діді Гриша, є черга? Є, є, синочка, є. А якщо ні, то я йому сама так кручу. Вот это бо самий цоколь. Давай, давай вдвоєм. І раз. Ти чуєш, скажи, а одна голова хорошо, а дві лучше? Ну, звісно. Ні-ні. З машиною так само можна.
Подожди, точно! Это же мы можем скинуться деньжатами. Ну, пополам. Вдвоем. Купить автомобиль! Это вообще... Вам что, гроші нема куди дівать? Тим паче машина. Це ж особисте. Ой, ви ще труси на двох купили. Діятель. Відчиняй! Якщо негайно не відчиниш, я телефоную Наді і кажу, що ти п'єш, поки вона у від'їзді. Все на этот раз. Денег на воздух здать. Лампочка у під'їзді перегоріла другий день як. А у тебе що? Амнезія? Забувся, що твоя черга її міняти. Іди ти з цією лампочкою на три веселих букви. Куди? В ЖЕК. Іди в ЖЕК, Богданна. Це їх діло. Я ніякої лампочки міняти не буду. Місяць назад кто-то свистнул качельку. Они новую не поставили. А мне внука где качать? На коленках? Угу. Грицько, ну ти ж знаєш, що ЖЕК буде цю лампочку міняти півроку. До того часу ми всі ноги в темряві переламаємо. Нічого, у нас жильці молоді, ноги потім зріснуться. І ще крепче будуть. Отстань! Так. Ти мене знаєш. Поки не вкрутиш, я від тебе не відчеплюсь. Ладно. Вкручу, щоб тільки тебе не слышать. Голос у тебе такий противний. Ну так би й зразу. Fashion что? Fashion Beauty Corporation. Запоминай, скоро твоя невеста станет акционером этой компании. Катюш, давай не спешить. Это сомнительная фирма. Я уверен, у них даже крема никакого нет. Вот люди вложат в них деньги, они потом с этими деньгами исчезнут. А Ленка говорит, что это очень серьезный бизнес. Угу. А Ленка сколько бизнесом занимается, напомни? Ой, уже месяц. А это на месяц больше, чем ты. Она говорит, что это очень, очень крутая компания. Катюш, ну скажи, ты в косметике разбираешься? Да, лучше всех. Даже лучше, чем Ленка. А ты что-нибудь слышала об этой косметике? Блин. Да я тебе говорю, что это, я не пью. Что? Ты, я тебе говорю, тебе послышалось. Ну что ты мне голову дуришь? Все, я пить. В смысле, это, спать. Отбой. Так, ну что ж это? Відчиняй, падлюка! Ти мені кажеш, час за ту лампочку приносити будеш? О, Грицько! Ну і Грицько! Всі люди, як люди в під'їзді. Один ти, як Грицько! А що ж ці люди, як люди, та лампочку не поміняють? Поміняють. Поміняють. Не турбуйся. І без нагадувань поміняють. Тому що у людей, на відміну від тебе, є совість. Серйозно? Ти ж напоминання? Пес! Поспоримо, фіга не эту лампочку поміняють. Да? А то делаєш із мене тут этого вредителя. А спорим? Значит, если до конца недели никто лампочку не поміняет, ти ко мне с этими вот, подъездными поборами ни шагу. Домовились? Тільки якщо вони поміняють, тоді ти будеш перефарбовувати усі лавки у нашому дворі. А? Договорились. Только без напоминания. Без этого твоего админресурса. И про лампочку. Чтоб не заикнулась даже. А добре. Не люди. Тарасич, ну какая дача Лога? Ну о чем ты говоришь? Нормально, тачка. Угу. Слушай, это дача, это не тачка, это галимый огород. Вот, надо мэрса брать.
вот это нормальный вариант. Мерс, шмерс. И нормальный вариант, и старший за тебя, между прочим. Ага. Зато на такой ездили пацики из бригады, понятно? Смотрите. Отличный вариант. Матисс. Класс. Смотрите, какая я по цене крутя. Вот это хорошо, да. Вот ты же по-любому бы уважала участкового на Матиссе. Я бы не поважал. Мы берем, дачу Логан. Шлоган мы берем. Мерса берем. Вон он нормальный мерс. А ну заспокойтесь. Вот классный вариант. Рейндж Ровер. Скажите. Класс? Класс. Тарасич, а ты что, почку продал? У вас ведро денег? Да нет, китринь. Несено не в гривне. Ну, помыли. Короче, берем мерса, и все, будет нормально. Просто прикинь, я на мерс. Давайте... Шлоган, мы берем, мы на огороде ездить не сможем. Смотрите, мы уже полдня так сидим. Давайте договоримся так. Следующая машина, которая подойдет нам по цене, мы поедем ее завтра смотреть. И это будет мэр, наверное. Посмотрим. Договор? Договор? Да, да. Отлично, поехали. Так. Мерсика, наверное, надо брать. Давай. Ну, это дорогого. Сюрприз. О! Слушай, Лен, прости, пожалуйста, что я тебя подвела. Получается, ты зря со своими акциями ехала. Катюш, ну перестань. Я же все понимаю. Пашка твой будущий муж, его нужно слушать. Тем более, не все готовы рискнуть, чтобы стать богатыми и успешными. Подожди, это что, твоя машина? Да, моя. Ну, пока в кредите, но с таким бизнесом я его быстро отобью. Все, я поехала. Целую тебя. Катюш, я скоро приеду на маникюр. Так уверена, что отобьешь? Ну да, месяц максимум. Кстати, давайте сфотографирую за рулем. Это же сколько мне придется в салоне пахать, чтобы такую купить. Ну, как раз внуков будешь катать. Прости, у меня, правда, времени нет. У нас послезавтра на рынок новый крем выходит. Акции сейчас можно взять по дешевке. Так я поеду и другому акционеру твои акции продам. Не надо никому мои акции продавать. Я их сама куплю. Для начала вот. Зачем? Ну, сфоткай меня за рулем. Ну да. И? Пацаны, мобиль? Да не, подожди, мы же сами будем кататься, мы же девчат будем возить. Ну да, 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 да. Не-не-не-не. Томат! Чего? Что томат? Тарас, Оксана, Марина, Андреева тачка, а? Ну чё? О, он дядя Гриша. И то свою машину ласточкой назвал, а мы свою назвем... Ястреб! 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 Крутяк! Здравствуйте. Привет, Иваныч. Ты, Андрюш, машину купил? Ну, купил. Мы купили! Ястреб. Ага, ястреб. Вещь. Да. Вещь, да. Это самое. Я чего вас отвлекаю, молодежь? Это самое. Я сейчас по подъезду лампочки собираю. Может, у вас есть какие-то завалящиеся, ненужные? Так... Иваныч, а? Зачем тебе такое количество лампочек? А? Ты что, хочешь в космос маяк передать? Маяк передать? Маяк? Да нет, это самое. Я хочу на сюрприз сделать. Ее возвращение. Она какой? Возвращается от романтика, светящиеся из лампочек сердца. Да? Мило! Андрюш! Андрюш, давай мы же съездим, купим, а? Да легко! Да не, если покупать, так не надо. Они у вас потом только пылиться. Ладно, пойду я выйду гирлянду мастерить. Ага, давай. Ну что? Давайте, может, пора уже сдвинуть баржу? Ага. Корабль под названием «Счастье» у ястреб отправляется в первое плавание. Давай, аккуратненько. Поедемо! Конечно, нормально? Да, вот так да круто. Да там царапина, я тебе попрошу. Ну, на счастье. Ага. Счастье.
Ой, привет, 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 привет. Ух ты! Какой у нас костюм, помада, мои очки. Я, кстати, их искал. Ты в них похожа на мою географичку. Я бизнес-леди, а не географичка. Вот, смотри, браслетик Шамбала. Я прочитала на форуме, что бизнес без талисмана не заходит. Ты о чем? Бизнес мой. Форум нашей компании. Там есть все. Советы по бизнесу, описание товаров. Ну просто, даже видео с котиками постят. Ты что, все-таки вложила деньги в этот фэшн-бьюти? Корпорейшн. Вот. Да, только свои деньги, ну которые на вторые свадебные туфли откладывала. Катюш, ну мы же вчера общались. Это мошенники. Тем более ты занимаешься таким прекрасным делом. Ты делаешь людей красивыми. Ну, в смысле их ногти, ну все же. То есть ты считаешь, что у меня только один навык, да? Красить ногти. Ничего, Паша. В Цербера тоже вначале никто не верил. В Цукерберга. Цумберберга. Ой, все. Ладно, я в кабинет. Это вообще-то кухня. Слушай, в детском мире скидки сегодняшнего дня. Может, вместе съездим, мы с Андрюшей планировали. Да, ну, рановато нам еще в дитячий світ. Мы хотели на базар съездить. Ага. А то вы, значит, зараз берете машину, так? Ну да, мы хотели сейчас. Слушай, ну разумно, наверное, будет делить машину по полдня. Вам когда удобно? Ну, не знаю. Тарас весь день на роботі. Може, друга половина саме те. Супер. Потому что нам удобно как раз первая половина дня. Чу, клас? Да? Клас. Да, Андрюш? Через 50 метрів поворот направо на 30 градусів! Делается! Слышь? Поворот пройдет! Слушай, машина ввечері тоді наша. Вилазь, штурман. О, теперь точно наш дом будет видно прямо из космоса. Спасибо. Слухай, студенточка, а ты чула про такую народную мудрость? Навчання – це світло. А от там внизу, коло під'їзду, у нас цього навчання нема. Пока. На крыше каждого дома должно быть что-то вроде как бы маяка для этих самолетов. С вас только лампочки. А, вот это, да. Ну, спасибо. О, та ти що? Ай-яй-яй. А у нас, уявляєш, всього лише один день біля під'їзду не було світла і трьох людей пограбувало. Ясно. До речі, вже час машину повертати. Чого, ну, запізнюються люди, що поробиш? Зате потяг не запізнюється, на якому моя подруга для тебе тараньку з моря везе. Я краще наберу його, правильно? Алло! Алло, Андрюха! Ну що ви там, скоро машину привезете? Зараз в участок потрібно, срочно визвали. Залічу туди і мігом тобі. А, ну хорошо, хорошо. Тарас. Там це, таке діло... Якщо можна, то пошвидше. У нас тут посилка через 40 минут на вокзалі жде. Блін, дружище, походу не успіваю. Я реально далековато. Ти що, не знаєш, що робити? Перша, третя, п'ята. Закися за оту пски ракета. Все, давай, давай. Ну що? Що, запізнюється? Купили машину. Наконец. Вася, ну! Скажи зараз, Вася. Блин, ну мы успели. Скажи. Вы не представляете, мы реально были в детском мире, в детском саду. Вон, блядь! Тир заехали, пошмаляли. Да? Ну реально, а потом, Тарасич, ну мне с работы позвонили, я сразу, конечно, сюда, сюда, и туда, и сюда. Кумасик, но мы успели. Класс, я рады за вас, что вы успели, а мы теперь даже на вокзал за передачкой не успеваем. Ну мы же домовлялись, друга половина дня наша. Ну, чего вы? Ну, так это у вас еще времени, вагон. Да, давайте торопитесь. Да, хорошо, хорошо. Ну, Катюнчик, а я не поняла, что это машина ванну с багнюки приймала? Ну, просто, ну, Тарас сказал побыстрее. Вот Андрюша и гнал, и мы же не успели помыть. Куда ее объезжать еще? Пожалуйста, давай мы не успеваем. Только на следующий раз грязную машину не принимаем. Ну, ладно. Давай швидче. Да, сейчас я. Ну, мы успели. Там,
Слухаю. Осталось 2 дні. Бакулін, ну не біси мене, а? 2. Раз ты мне не веришь, я отыскал профессионала, который расскажет всю правду о твоей фирме, и чтоб ты не потеряла свои деньги. Делай деньги, а не говори об этом. Мне так Ленка говорила. Катюш, ну пожалуйста, ну я отыскал доктора НИИ экономических исследований. Сейчас его подключу к нашему разговору. Ты готова? Нет, конечно. Сколько миллионов я заработаю? Я ознакомился с материалами, которые мне дал Павел. И пришел к следующему выводу. Я машинку помыл. Отлично, молодец. 200 гривень коштувало. Логично. Давай. Что, почетика 100? А сколько? Ты же считать не умеешь. Подожди, подожди, я считать как раз умею. Машину ты замазал, значит, за цены платишь. 200 гривень давай. Послушай, ну, машина-то общая. Машина общая, грязюка твоя, 200 гривень, Андрюха. Мы же не будем следить, кто какую пылинку оставил, правильно? Мы договаривались все пополам, значит, все пополам. Так, все пополам, але давай 200 гривень. Ага, тогда знаешь как? Хорошо. Тогда, вообще ничего не получится. Ты, я, ах ты ж. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Все, чай. Ты что наделал, дурик? Счастливой дороги. Если индекс продаж перевалит за красную отметку, то опцион будет успешен. Понятно. По сути, все зависит от товара. Если товар ноу-хау, то акции просто взлетят. Ну, что маловероятно. А в остальных случаях компания просто разорится. Вот теперь я точно поняла. Спасибо вам большое. Вы мне спасибо. Очень, очень помогли. Всего доброго вам. Удачи. Угу. Так. Надеюсь, ты все поняла? Конечно, поняла. Спасибо тебе, пирожуля. Пока. Так. Опа. Давление 1,9. Норм. Машинку принять не можем. Слушай, ревизор не доделан. Хватит. Ну, во всех остальных колесах 2,0. Значит, ездить можно. Может, комусь и можно. А нам з Оксаною – ні. Так що давай, накачуємо по нові колеса, потім перепровіряємо, а за задержку времени я взагалі завтра можу цілий день кататися. На тролейбусі? Разве що, да. Нам самим завтра машина нужна. А за ці всі проверочки, стороночку. Ви будете їздити без моєї йолочки. Та щоб ти знав, я на цю йолочку Оксаниними духами пшикав, а вони в раз 20 дорожче, ніж твоя йолка. Дай сюди! Ну все, за це ти мені тепер 2, ні, 3 йолки нужно. 3? Да, легко, да. Держи. 1, 2, 3. 4, 5, починаю убивати. Андрюха, машина. Я в курсі. Машина поїхала. От ти лови його! Лови! Ого! Ого, я думал. Нормально мы ее стопнули, да? Мы? Это ты? Молодец, чуешь? Прыгнул вообще, как Ван Дам. На машину. Ну, слушай, это потому что ты держал ее, как Брюс Уиллис. Крепкий орешек. Ну да. Слышь, Тарасич, давай колеса подкачи. Это не надо. Так доїду. А, куди ж ти без ёлочки? Вот, держи. Запасная. Спасибо.
я сражена. А ты знаешь, что ты у меня самый клёвый-приклёвый? Это ты у меня самая умненькая-приумненькая. Ну что, ты уже продала акции? Зачем? Твой экономист сказал, что если это будет ноу-хау, то акции взлетят. Я их, наоборот, еще купила. А где ты деньги взяла? В смысле ноу-хау? Ну это же ноу-хау! Я пошла в салон и проверила крем на девочках. В общем, он не сушит кожу, защищает от ультрафиолетовых лучей, осветляет пигментные пятна, а самое главное, это еще и база под макияж. В общем, как говорил твой экономист, это реально ноу-хау. Ну все, теперь у нас нет денег на свадьбу. Ты что, в меня не веришь? Да у нас будет самая лучшая свадьба в мире. Угу. Через несколько лет, когда мы снова заработаем все эти деньги. Один день, я в курсі. Рахувати вмію. Богданна, світ горить. А хто лампочку крутив? Та невже! Підожди. А, ні, звини, показалось. Один день остався. Ти ще з мене знущаєшся, да? А я тобі кажу, що завтра лампочка буде вкручена. А, да, і лампочку вкрутять, да. И эту самую, и детскую качельку вернуть, и колбаса в магазинах. Кто будет? Порог 20! Кто с таким круто? Остался один тебе не спится, а? Я тебе советую, если уснуть не можешь, ты считай эти лампочки, которые соседи не крутили. Це краще ти считай, скільки тобі потрібно грошей витратити на фарбу. А що ти за стул? А що там за спиною прячеш, а? А це я дулю тобі кручу. По-моєму, дуля твоя отвалилась. Ах ти ж, таракан ти вусатий. Тримайте! Короче, все пропало, у нас проблема. Что так рано, что случилось? Короче, на нашем форуме какой-то анонимус написал, что сразу после презентации крема наша фирма рухнет. Жесть. Я еще браслетик Шамбала потеряла. Это плохой знак. Давай, давай, одевайся. Нам нужно срочно выходить из бизнеса. Что ж делать? Ага. Кать, да там акции без укладки принимают. Ну, пожалуйста, ну мне же еще мини-купер возвращать. Слушай, никогда не думал, что я это скажу, но Ленка права. Нужно поторопиться. Пойдем, 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 пойдем. Давайте там. Доброго ранку, мамо! Ого! Та не дуже він і гарний ранок. А що случилось, ма? Ой, схоже, що Грицько виграв з тією лампочкою. А він що, їх знову збирає, чи що? Як збирає? Та вчора по сусідам ходив, казав, що збирає лампочки, то чи знайдена гірлянду. От свинота, а? Не понял. Хе-хе-хе! Мы так не договаривались.
а лампочки по всьому під'їзду збирати. Ми домовлялись? Так що давай, не заважай. Ходь. Твоє, твоє діло, що лампочки збирай. Это к нашему паристу мой никакого отношения не имеет. А це теж ніякого відношення до цього немає. Тож ж, диви, чорним по білому написано «З приводу темних справ». А про лампочки я щось тут нічого не бачу. Давай, проходь. Смотри мені. Угу. Да. Блін, Андрюха, я ж тебе вибачив за колеса, а ти мені так оце віддячив, а? Тарас, ти чу? Та я тебе говорив, да не розбивав я ті фари. Ти, а хто? Я розбив. А може, це ти сам розбив? Угу. Yeah. А з мене? Да, з мене тепер деньги требуєш. Як тоді? За мойку. Ти взагалі нормальний? У мене алібі. Я всю ніч з Оксаною спав. А хто це може підтвердити? А, тільки ти сам. Знаєш, Андрюха, я це подумав. Якщо дві сім'ї не можуть розрулити одну машину, то, мабуть, треба, щоб у неї був один хазяїн. Да. А? Да, ти прав. І я рад, що ти сам це предложив. Ну, так... ти не переживай. Я тебе буду іноді катати. Я взагалі-то про себе говорю. Чого? Да, подожди, ты, наверное, забыл, Тарасич. А машина по документам оформлена на нашу семью. Подожди, я скидывался, мы на ней вдвох. Да, ты прав. Ты прав, ты не переживай, я верну тебе деньги. Годика за два. Ты вообще нормальный, вы что, на лобби лузер написано, чи что? Дай-ка вот. Да. Бери, ладно. Поехал я за Оксаной. Ты куда? Никуда ты не поедешь. А хто мене зупине? Мій бивший лучший друг? Ну, давай, дави мене, дави! Ну, як все пройшло? Паш, ти, мабуть, будеш злитися, але я вирішила ризикнути і не продала. Чому? Ти ж читала на форумі цього анонімуса. Просто в офісі об'яснили, що це якийсь бред. В смысле бред? Там все научно доказано, там куча ссылок на статистику провалов этих фирм. И, между прочим, это писал кандидат в доктора наук. Бред. Подожди, а откуда ты знаешь, что писал кандидат в... Нет, я не знаю, я просто... Так это ты, анонимус, да? А я думаю, кто ты так у нас на форуме, где он напишет? Да, это я. Я просто не мог сидеть и смотреть, как ты выбрасываешь на ветер все наши деньги. Я выбрасываю деньги, я их не выбрасываю. Зарабатываю. Какую зарабатываю? Ты только тратишь, Катюш. Ну, послушай, для того, чтобы заниматься бизнесом, нужны навыки, нужны знания. Это сложно, понимаешь? А, понятно. То есть я бездарь. Да. Вот что ты обо мне думаешь. Ой, простите, пожалуйста, кандидат наук, что я вот тут нахожусь вместе с вами. Ты неправильно все поняла. Я все правильно поняла. Я всегда тебя поддерживаю. А ты никогда в меня не веришь. Хотя мне это нужно. А поверить придется. Потому что я одолжила денег. И купила еще акции. Отлично. Нам теперь не то, что на свадьбу не хватит. Нам до свадьбы прожить не на что будет. Так добре, що ви приїхали. Угу. Сьогодні буде... Какое-то модное собрание. Приходьте, будь ласка, там... Серьезные деньги стирать будут. Опять. С нас. Сьогодні о 7-й вечора. Явка... Не обязательно. Ты, Андрюха, пойми, тебя же перестанут уважать, если ты клюнешь на этот развод. Фу. А, конечно. Ага. Сейчас, минуточку. Минуточку, я посмотрю точное количество акций, ага. Да, сейчас. Извините, я вам перезвоню. Где акции? Я их сдал. Вот наши деньги, вот долг Лены. Не нужны мне никакие деньги. Купи на них веру в меня. Катюш, вечером все прогорит, и ты посмотришь, что я был прав. Вон из моего кабинета. Це правильно, Тарасик. Андрій з Мариною не тільки на машині їздять, вже й на нас почали їздити. Угу.
друг називається, да? А я тому, що на приставки в футбол піддавався. Угу. Не нервничай, все. Поліція ще стоїть, як назло, а? Ну, чи стоять собі стоять, нічого. А ти що ж ти скажеш, ну? Ну точно, ну кого встановити? Ну, давай місюру встановимо, звісно. Ну, ти, ну все ж у нас добре. Ми ж не порушували нічого. Здравия желаю. Здрасте. Старший лейтенант поліції Соловйов, ваші документи. Здрасте. Добрий день. Документи? А вони цей. Дома. Петюнечка, я не знав, що все так получиться. Петюня! Жилка. Что случилось? Как что случилось? Вы что, не в курсе? После выхода нового крема на рынок акции взлетели в 5 раз. Никто не ожидал такого ажиотажа. В общем, мы богаты! Рад, кто еще? Ну что, хорошо Богдан наш стояет. Заранее место тут занял, да? А то людей столько, что яблоку негде упасть. Ничего, ничего. Зараз все прийдут. Ага, ага. До утра будем ждать, или все-таки признаю, что я победил? О, перший уже пришел. Здрасте. Как говорится, перший пошел, но не туда. Собакуй, переміг ти. Сама лампочку вкручу. Вот, это правильные слова. И главное это, не забудь забыть дорогу в моей квартире. Не забуду забить. Здрасте. Це ви качельку привезли, так? Да? Так. Да. Дайте автограф за качельку. Да, пожалуйста. О, ласточка. Вот. Выгружай, поехали. Подожди, як поехали? А зібрати? Наше дело доставить. Да. А дальше ну, как-то сами. Ну все сам. Что, прикупила, да, Богдана? Шо? Ну, то качельку привезли. Ти сам скільки разів казав, що твоєму внуку нема на чому качатися? От я і замовила качельку. А, понятно. От ти усе. Катюш, ты прости меня, пожалуйста, за то, что я не поверил в тебя. Это тебе. Мне от тебя ничего не нужно. Шамбала? Да. Ты же свою потеряла. Я тебе обещаю, в следующий раз я буду верить в тебя. Точно? Ну хорошо. Раз ты в меня веришь, завтра мы поедем добывать алмазы в Конго. М? Хорошо. Ты уверен? Да. Я пошутила. Я тоже в тебя верю. Молодёжь!
хватит обниматься. Дело есть. Что получается? Что? Як лучшого друга в КПЗ садить, так смелий, да? А як подивиться йому в очі, що, кишка тонка? Пожалуйста. Що, пожалуйста? Сумасшедший, а ну-ка тоді від моєї машинки, ага? Хто сумасшедший, чуєш? Це тобі ще повезло, що Оксаночка пішла в туалет. Вона б зараз не порвала тут, ти поняв? Тут, все нормально, Маріш, все нормально. А ти що, сам не можеш справитися? Тряпка. Пускай, ну. Спокойно, спокойно. Щас. Ця тряпка порве тебе як тузика, ти поняв? Маріш, ти, наверное, сейчас стороночку, сейчас тут такой махач начнется. А ну, правильно, Маріш? Правильно, ты оставайся. Ты только Оксане позвони. А вот она пусть звонит уже 103, потому что сейчас ее мужа будут в травматологию. А при-де-ля. Перестань, ну. Ау. Да. Ах ты ж. Ага, ага. Маріш, смотри. Смотри, он мне фару, а я ему сейчас лицо разобью. Молодец, молодец. Что вы собачитесь из-за какой-то фары? Да какой фары? Понимаешь, ну, она разбила ее, это сам Богдановна. Бывает, со всяким. Но она же разбила, это не специально. Подождите, сейчас. Фару разбила Наталья Богдановна? Ну, да. Мама? Ну, мама, не я же, конечно, мама, это Богданов, да. Это, получается, вы нам не врали. Да, и вы нам. Позвольте, молодежь, я просто от вас офигеваю. Переехали, как бы, лучшие друзья. Да. Маринка, значит, это самое. Если из гостей откуда идет, обязательно к Оксанке забежит и тортик, и кусочек, ну, презентует. И наоборот, и Оксанка, если где бывает, тоже что-нибудь сладенькое Куба? И заскочит. Куба? Ну да, да. А вот если слышно из окон ор этот виск, этот поросячий, это же вы вдвоем вы играете в компьютерные игры. Да? Лучшие друзья из-за какого-то куска желе. Вот это, ну, а? Так, ладно, у нас этот субботник организовался. Так что нужна крепкая мужская сила. Подтягивайтесь. Но я прошу вас, как лучшие друзья. Хорошо. Женская, кстати, тоже нужна сила. Что зайдем? Ладно, уже сейчас. Подтягивайтесь. Да ладно. Что зайдем, Иваныч? Что играешь? Что сейчас зайдем? Так, говорите, женская помощь нужна, да? Да, да, да. Подержи это, девочка. Держи. Тарасик, слушай, давай, наверное, уже этот... Да продадим этот кусок железа и доберем своей половины это, стоимость обратно еще. И будет все снова нормально. Так. А этот... Ну, сними. Нормальный вообще. Это ты меня пробачь. Тарам! А що відбувається? Давай. Ямку на. Закап. Да нічого такого. Просто я этот спор проигрываю, понимаешь? Хороший у нас подъезд, Богдан. Да, хороший. Так, подожди, я ж тільки що. Так я тебе говорю, они когда увидали эту качельку из своих окон-то, с балконов-то, сразу все и выбежали. Получается, правильно ты в них поверила, а я вот ошибался. А лампочка? Это я вкрутил, да. Все, пойду, подсоблю им маленько, потому что надо же потом мне эту скамейку возле нашего подъезда покрасить. Да ладно. Ой, господи, ты и так напахался сегодня. Иди отпочивай. Ой, спасибо тебе. Спасибо тебе за понимание. Редько, это что, с соседнего подъезда лампочку выкрутил? Вот, да. Ну, в смысле, а что они ее без присмотра оставили? Значит так, стоп-комбайны. Щоб сьогодні ж під нашим під'їздом лавочка була покрашена у різнобарв'я. Ти що, шутиш, Оль? Ти сказала віддихати? Віддих відміняється. Це, а ну вперед. Спасибо тебе, Богдан. Спасибо тебе, я тебе говорю. От зробиш людям добре, так вони тебе за це ще винуватим не зроблять.
Давай, давай, не розслабляйся. Отже, черга. Ну, все треба тримати під контролем. Крутяк? Ага. Класно. Машинку продали. Ну? Еще и на 300 дороже. О, да, кстати, это... Держи, твоя половина. Пересчитай. Не буду. Дружище, бо я тебе доверяю. Ты... Слушай, Тарас, я тут подумал. Ну, раз мы такие парни при деньжатах. Ну, да. А может, мы купим дачу на двоих, а? Прикольная идея!